сегодня первый раз в учебном году наш кружок проходит в нормальной аудитории. Замечательно, что знаете, светлое, чистое, удобное. На самом деле мы все крайне благодарны администрации университета за то, что им хватило одной истории с маленькими аудиториями для того, чтобы нас впустили в удобное. Значит, итак, что будет происходить? Мы сейчас должны найти все развертки куба. Пока бегали там, электрические шнуры искали и все такое, мы уже успели довольно много зарисовать. И поэтому давайте под запись сделаем следующее. Все картинки, которые здесь хаотически на доске расположены, я сейчас перерисую. Речь идет о кубике, у которого есть нижняя грань, здесь нарисована, и передняя грань, которой мы будем обозначать фасад, есть задняя грань, левая, правая и верхняя. Мы уже придумали довольно много развертов. Вот здесь, вот видите, мы уже дошли до седьмой. Однако, многие картинки, которые на этой доске есть, неправильные. Например, эта картинка неправильная по очень простой причине. Если вы возьмете вот эту грань, загнете естественным образом, и естественно, то вот эта грань окажется вверху, напротив нижней. Здесь будет фасад, здесь тоже будет верхняя грань. И, разумеется, это запрещено. Разумеется, это запрещено, поэтому я должен эту картинку просто стереть, как неправильно. Одна клетка не может быть развертка. Это тоже не развертка. Что? А зачем тебе рисовать неправильную картинку? Нет, это, конечно, замечательная идея, изучать все неправильное, но лучше давайте мы не будем рисовать неправильную картинку. Вот у нас. Картинка тоже неправильная. По очень простой причине. Если вот эта грань у нас, скажем, нижняя, то эта грань будет левая, эта грань задняя. И очень интересный вопрос. Что это будет за грань? Если так вот понимать, то она должна быть задней, а если смотреть сюда, то она должна быть левой. То есть на самом деле, когда у вас 4 клетки, то ничего хорошего нет. Так. Сейчас потратить несколько минут на приведение вот этого хаоса в какой-то нормальный порядок. Давайте шестую картинку запомнили, да? Шестую картинку запомнили. Я ее временно перерисую сюда. Значит, это 4 клетки. Здесь клеточка и здесь клеточка. Вот она, шестая. Итак, клетку за клеткой. Я нарисую развертку. Очень простая. Это полоска из 4 клеток, к которой добавлены такие две. Первая развертка. Если у нас здесь низ, то здесь фасад, лево, право, задняя грань и верхняя. Вторая картинка. Что-то вроде буквы Т. Замечательно. Рисую букву Т. Вот они, три квадратика. И вниз идет рожок. Если это нижняя грань, здесь будет левая, здесь правая, фасад, верх и задняя грань. И что такое третья картинка? Значит, по вертикали 4 клетки. Все ужасы малого мирпада переселения закончились. Нам дали нормальную аудиторию, здесь удобно. Но, честное слово, за всю свою историю работы на малом мирпаде неприятность вот такая действительно, когда там детей не пускали в аудитории и так далее, у меня была только один раз. И в общем все. Я уверен, что это первый раз, но не будет последний. Все-таки администрация университета вполне замечательно, если что называется, ей хватило одного раза, чтобы понять, что надо все делать хорошо. Здесь у нас левая грань, здесь фасад, здесь низ. Так, господа, потерпите, пожалуйста.
Я понимаю, что для вас это немножко скучно, но так, значит, это грань задняя, нормально, это правая, это верхняя. Так, теперь смотрим сюда. Это развертка или нет? Ну, во-первых, буквы стоят совсем неправильно. Буквы стоят совсем неправильно. Думайте о других людях тоже. Вот извините, когда я сегодня ехал на метро сюда, простая вещь. Останавливается вагон, люди выходят из вагона. Что делают те, кто там ждут? Ждут, когда сюда идут. Разумеется, разумеется. У них даже мыслей нет подождать, пока люди выйдут. Разумеется, они лезут войти. Потому что, ну как же, нам же надо войти. То, что при этом всем плохо, никак не учитывается. Здесь буквы стоят неправильно. Это я точно понимаю. Меня интересует другое. Эта картинка вообще имеет право существования или нет? Это развертка или не развертка? Нет. А если подумать? Да. А если подумать, вот это низ, вот это загибается. Здесь вот так. И здесь так. По-моему, можем даже разбить. Так, все. Значит, мы ее тоже временно перенесем. У него правильные буквы. С буквами потом разберемся. С буквами разберемся. Потом. Ой. Это седьмая развертка. Это, ребята, это прелесть. Это прелесть. Два человека стояли, рисовали рядом, абсолютно не обращая внимания друг на друга. Значит, один рисует, другой рисует. Так, седьмая, говорите? Седьмая у нас уже есть. Происходит вырисовывание. У нас тут еще 8-10. На самом деле, их больше 8. Сейчас некоторые из вас искренне считают, что она ничего не задала. Как же? Как же? У нас там на доске повторяют. Такая вещь, как ответственность человека за себя. Понимаете? Путин сейчас там на съезде что-то такое говорит. Так вот не надо ссылаться на то, что он виноват, господа. Он может в чем и виноват. Только в том, что вы сейчас не учитесь и не придумываете развертки, виноваты лично вы. Ни Путин, ни Медведев. Это вы сейчас придумать картинку. Это вы сейчас думаете, что вам должны подсказать. Вам никто ничего не должен. У вас есть задача. Я готов за вами записывать ее решение. Я стараюсь, чтобы все произошло без ошибки. Вот третья картинка у нас уже туда переписана, перерисована. Поэтому я ее здесь уберу. Я веду протокол ваших мыслей. А мысли должны быть именно ваши. Вот она, четвертая картинка. Замечательно. Замечательно. Четвертую картинку я, разумеется, сейчас сюда нарисую. Так, правая грань. Ой. Ну хорошо, верхняя, забавно. Задняя, нижняя. Смотрите, как это будет. Вот так вот, да? И, да, действительно здорово. Здесь будет фасад, и здесь будет левый. Отлично. Уже 4 развертки я обратно перерисовал. Где пятая? А вот она, пятая. Давайте я правую все-таки клеточки нарисую. Пятая развертка. Значит, у нас то же самое. 4 клетки по вертикали. Здесь правая, задняя, нижняя, фасад. Так, нет, я не стал рисовать. Здесь вот у нас левая. И здесь верхняя. Отлично. Отлично. Вот они, 5 развертков. Шестая, помните, мы... Есть такая штука, которая нам тоже нравится. Замечательно. Вот полоска. Здесь у нас она полоска такой вот из 4 клеток.
здесь сбоку одна клетка и здесь одна клетка. Да? Теперь проставим буквы. Это нижняя грань, это пусть будет левая, тогда это очевидно задняя, это будет грань верхняя, это фасад, а это грань правая. Отлично. Так, теперь что это такое? Развертка или не развертка? А нет, впрочем, у меня там есть вот еще седьмая картинка. Седьмая картинка. Сейчас восстановим. Седьмая картинка. Вот она. Две клетки. Сейчас будем обсуждать клетку. Сейчас все будем обсуждать. Значит, итак, вот низ, лево, это будет задняя грань, это верх, фасад и правая грань. Отлично. Да, что? А шестая, это перевернутая, пятая. Опа! Обманули. Обманули. Значит, действительно, да, спасибо, что... Нет, не обманул, нет. Разные. Вот они две. Она перевернутая, но буквы разные. Нет, я согласен. Оно в разных местах. Смотрите, когда переворачиваешь, то... У нас вот эта штука всегда попадает, да, нет. Пятая и шестая это разные картинки, никто вас не обманывал. И седьмая другая. Была или не было? Была. Если была, скажите, какой номер? Заметьте, ребят, если бы они дали себе труд назвать, то у доски сейчас стояли бы не 4 человека в одном месте, а двое из них стояли вот там и не толкались. Да? Тем не менее, вот это желание толкаться. Садитесь, садитесь. Не бывает, чтобы 4 клеточки было рядом. Четко было сказано, что развертка состоит из 6 граней. Тем не менее, все равно нашелся человек, которому это безразлично. Который все равно уходит и рисует вовсе не 6. 8. Да. Бывает ли такая развертка куба? Нет. Нет, не бывает. Нет, не бывает такая развертка куба. По той простой причине, что если вы вот эти вот 4 квадратика свернете, то, конечно, получится будет замечательно. Но эти 2 квадратика наложатся друг на друга. Поэтому совершенно ясно, что ничего такого не бывает. Дальше. А если сделать то, то получится она. Дальше. Уважаемые родители, на самом деле я специально на камеру говорю. Трижды подумайте, прежде чем вести своих детей в гостях. Потому что многие элементарно не готовы. Понимаете? Другое дело, что они, скорее всего, никогда не будут готовы к гостям. Но, тем не менее, многие действительно не готовы. Поймите это, пожалуйста. Здесь, вот, к сожалению, наряду с разумными детьми, есть те, кто просто действительно еще... Все-таки смотрим в этом море картинок, есть ли что-то разумное. О! Потрясающе! Потрясающе! Он считает, что вот они вот так вот по одной точке будут склеены. Замечательно. Смотрим сюда. Говорили... Ребята, если вам один раз что-то сказали, надо понять. Говорили, что такого... не бывает ни у какой развертки. Пусть это низ. Тогда это будет правая грань. Это левая. Это задняя грань. Это фасад, это левая. Вон там так и было. Восьмая картинка есть. Да. Как думаете? Не слышу. Восемь.
Понятно. Это она и есть, да? Да. Ага, разве нет? Да. То есть смотри, вот эти две клеточки. Это вот эти две клеточки. Да, все правильно. Вы не ошибаетесь. Не ошибаюсь, да, отлично. Значит, эту картинку я стираю. Стираю. Теперь думаю, это была или нет? Нет. Под каким номером здесь была? Третий номер. Давайте сравним. Полоска из четырех клеток. Да. Здесь не буквы, это понятно, что кубик можно вращать. Все, стираем. Ребята, мне нужно сейчас расчистить доску, потому что решение задачи уже близко к концу. Кстати, а правда, что вот это то же самое, что восьмая? Нет, можно. А если подумать? Вот эти две. А потом три. А нет, это действительно другая. Смотрите, здесь вот так. Другая. Да. Так, она у нас была? Это грань будет правой,
это верхний, а вот это будет фасад. Отлично. Десятую развертку мы с вами придумали. Вопрос, это развертка или не развертка? Нет, это пятая. Абсолютно правильно. Действительно, очевидно, что это то же самое. Стираем. И вот сейчас наступает самое интересное. В начале вы просто, это вот не было под камеру, вы просто выбегали и рисовали, что попало, и у вас чаще всего получалось. Потом я вынужден был просто перерисовать все картинки для того, чтобы это как-то упорядочить. Сейчас самое интересное. Нужно понимать, что вы нарисовали не все картинки. Господа, сейчас, пожалуйста, думаем. Не скажу? А вот не скажу, потому что вам нужно... Я точно знаю, что еще есть. Придумать свою картинку. Потому что вот сейчас вы уже все понимаете, что такое развертка куба. Сейчас это уже не объяснение того, что такое развертка, а именно задача по математике. Придумать состоящую из шести квадратиков развертку, которой нет на этой доске. Для тех, кто так и не придумает, я напишу интернет-диагноз. Хотя вообще лучше не давать себе таких поблажек. Значит, интернет-диагноз такой. Этюды. Есть такая замечательная деятельность рисования мультфильмов по математике. Так вот, совершенно потрясающие картинки рисует Михаил Юрьевич Панов, такой замечательный человек. И тоже очень симпатичные картинки другие люди сделали. Но там гораздо больше по составу коллектив и совсем другой техники. Но тем не менее, вот если зайти на этот сайт, то там нетрудно найти соответствующий сюжет. Очень советую. Да. Замечательно. Полтора часа там интервью бикини молодого человека. Ребята, вот это важно. Вот это важно, что полтора часа, а он так и не понял, что 4 квадратика не бывает. Отлично. То же самое. Знаете, есть замечательное определение слова «еретик». Вот в свое время церковь, знаете, масса была людей, но им нужно было как-то отличать тех, кого прямо жечь, от тех, кому можно как-то вот словами, что называется, вернуть их, да? Так вот, определение было такое. Еретик – это тот, кто заблуждается в вопросах веры и упорствует в своем заблуждении. Смотрите, тот же самый человек уже рисовал эту картинку. И он все равно, то, что вот это запрещено, так и не будет. Смотрим дальше сюда. Это развертка или не развертка? На самом деле, вот такая скобка не может встречаться. Вы не выбегаете к доске, вы сначала послушайте. Когда говорят что-то другому человеку, то на самом деле говорят и вам тоже. Очень плохо, что вы искренне считаете, что ошибки, когда обсуждают, это обсуждают другие. Неправда. Вот это невозможно на развертке куба никогда. Потому что, вот смотрите, вы сгибаете, ну, я не хочу, чтобы это здесь поставить на фильм, давайте посмотрим. Пусть вот это нижняя край. Тогда это будет левая, это правая,
это заднее. А вот страшно интересно, что это такое? Обе фасада. Обе эти грани фасадные. Что? Такого не бывает. Пошли сюда. Такая картинка у нас была или нет? По каким номерам? 11, 9. Давайте посмотрим. Номер 9. 3 клетки. Обе вверх влево. Так. Здесь. Можно выходить до спины? Нет, нельзя, пожалуйста. Вот путь вправо. На самом деле то же самое. Это уже было. Смотрим сюда. У доски было огромное количество народа. Я могу сейчас еще вас всех сюда пригласить. Только давайте не так. А давайте вы включите мой мозг. Давайте вы поймете, что нужно не учиться, как вы привыкли в школу. Пришел, учусь 6 часов. На следующий день пришел, еще учусь 6 часов. Так 11 лет, и в конце получается там Жириновский или что-нибудь около этого, да? Господа, а давайте хоть разик, хоть чему-то научимся. А давайте мы подумаем. Значит, итак, эта картина была или нет? Была. С каким номером?
тогда это фасад. Это верх. Это грань левая. Это задняя, а это правая. Вот она. 11-я картина. 11-я картинка действительно нарисована. Я без доказательства расскажу такое утверждение. На самом деле развертка такого типа, действительно 11 штук. Поэтому больше мы с вами искать ничего не будем. Все, что можно, мы уже нашли.